Презентация 10-томного издания трудов журналиста, дипломата, министра иностранных дел и премьер-министра Российской Федерации Евгения Примакова прошла в Ульяновском драматическом театре имени Ивана Гончарова. Издание выпущено тиражом всего в 1000 экземпляров и недоступно в продаже. Представители торгово-промышленной палаты Российской Федерации передают его в торжественной обстановке, тщательно выбирая адресатов. Максимович очень много сделал, в том числе и для Ульяновской области. И мы вспоминаем всегда его решение по Авиастару, когда он был премьер-министром России. Это было судьбоносное для города, для области, да, и для всей авиационной промышленности России решение в то не очень непростое время. Решением для того, чтобы это событие прошло в одном из первых регионов вашей области, это сама позиция руководства региона Ульяновской торгово-промышленной палаты по... Но если хотите продвижению идей Примакова в рамках поддержки предпринимательства, в рамках поддержки экономики региона, в рамках инвестиционной активности, ваш регион показывает очень такую серьезную динамику даже в это непростое время. В Ульяновске в ходе вечера памяти Евгения Примакова книги были переданы областному дворцу книги и правительству региона. Дорогие друзья, я, как и Евгений Максимович, так же, как и Владимир Владимирович, так же, как и каждый из вас, надеюсь, верю в великую Россию с развитой экономикой, богатыми регионами и счастливыми людьми. И нисколько не сомневаюсь, что мы многие из тех заветов, которые он оставил нам, я веду разговор о Евгении Максимовиче, обязательно реализуем для того, чтобы Ульяновская область внесла огромный свой вклад в реализацию этой замечательной его мечты. Быть и видеть великую страну. В десятитомник вошли академические, научно-экономические работы Примакова, а также политическая публицистика, в том числе труд «Россия. Надежды и тревоги», который, по оценке некоторых исследователей, считается политическим завещанием. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.